Всем привет, дорогие друзья! С вами Адмирал, и вы на борту моего судна, которое простирается по ретро-играм. И я делюсь с вами лучшими играми, которые я играл сам в детстве. И мы продолжаем проходить Dead Space, первую часть. И мы продолжаем играть. Глава четвертая у нас. Глава четвертая. Я забыл, как называется глава. Давайте проверим. Запись идет. Запись идет. Все четенько. Продолжаем. Прекрасно. Ну, черт. Айзек, я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Хорошо, задание добавлено. Задание добавлено. Смотрим, что мы можем купить в магазине. У меня, мать его, 28 тысяч русских деревянных рубликов. Конечно же, не русских деревянных. Так, лазерный магазин. Зачем он мне нужен? Заряд для силового пистолета. У меня нет силового пистолета. Продать, уверен. Хорошо, импульсные заряды есть. Я думаю, возьмем плазменную энергию, потому что у меня ее мало, да? Возьмем плазменную энергию. И возьмем силовой узел, две штуки. Могу себе позволить, я, знаете ли, богатый на этом корабле. Главный инженер. А вы где вы видели, что главный инженер зарабатывал мало? Я лично такого не наблюдал. Погнали. Так, мы сюда идем-то. Сюда. Хорошо. Заодно, кстати, можем и улучшить оружие. Ты не броню. Помешать Божьему промыслу. Естественный порядок. Ты так же слеп, как и все. Это голоса в голове или же. Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. Интересно, кто? Вот, соответственно, голос это, наверное, который с нами был. Так, сохранимся. Сразу скажу. Я не смог записать, поэтому перезапишем вот. Главу шестую. Да, то есть я записал уже для вас видео, но оно, к сожалению, не записалось. А пятая глава называется «Смертельное пристрастие», друзья. Поэтому «Смертельное пристрастие», и мы кайфуем, играем, немного пугаемся. И наводим порядок на этом корабле, твою мать, что здесь вообще происходит? Они нелегалы. Уф, как темно, обожаю. Пошла вон. А я и промахнулся. Ага, вот так вот, вот так вот. О, кстати, у меня есть много патронов на резачок. Это прекрасно. На труборез. Угу. Хорошо. Опа, здравствуйте. Здравствуйте, мое уважение. Кто там такой? А что у нас здесь вкусненького? Бабки. Бабки — это хорошо. У нас тут верстачок. Я думаю, улучшимся сразу. Улучшимся сразу, да? Ремонт наноцепи. Так, труборез. Можем улучшить. Можем плазменный резак улучшить. Можем как бы и улучшить. И три узла. Ну давайте потратим, да? Сделаем так. Вот. Чуть-чуть воздуха качнем, так сказать. Я думаю, против никто не будет. Так, и у нас здесь мутант. Так, благо, честно говоря, я уже знаю, как его убивать. У него есть щупальца, он еще вот такие выкидывает, но они быстро сливаются. Вот, у него есть. У него есть 4 щупальца. И их нужно все срезать. Потому что когда ты к нему подходишь, он тебе ваншот делает.
Так, ну знаете, как еще это проще сделать? Это проще еще сделать вот так. Эй, ты не в плюсе. Хорошо. Убили. Так, и... Тихо, кто там? Сорвалось. Я испугался, я реально испугался. Здорово, малыш. Ты чё? Так. И бежим, 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 бежим. Так, я импульсные заряды забрал? Забрал, хорошо. Улучшили, увеличили стазис свой. И можем здесь пройти спокойно. Сохраниться. Ты рядом с химлабораторией. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Хорошо. Хорошо, друзья. Так, да, 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 голова пятая. Смертельное пристрастие. Так. Это чтоб ты не встал на будущее, а то я вас знаю, блин. Пройдет какой-нибудь скат, паразит, и вас в свои ряды оформят. А мне больше нелегалов не надо. Как бы за проезд надо уметь передавать, я считаю. Плачивать вовремя. Да? Да. Так, вот да, вот сюда налево. Хорошо. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Синтез антигена завершен. Пожалуйста, заберите капсулу. Да это заберу ее. Твой рюкзак, схема получена. Твой рюкзак, подождите, это... Я не помню, что это. Что ты делаешь? Борьба за жизнь достойна восхищения, но твои потуги напрасны. Хотя, может, люди как вид не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы, но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой век, свою борьбу. Наше будущее, твое будущее, будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества, детьми, которые заменят нас нашим лучшим творением. Я все понимаю, но стой на месте. Забрать его узел. Ай-яй-яй-яй. Да промахнулся. Еще раз, да? Ребята, я понял. Тут есть у него такая небольшая фишечка. Как бы вот нам объяснить. У него регенится все. Оно постоянно регенерирует. Убирайся оттуда, беги! Да я готов, давай, открывайся. Ну подождите, да-да. А ты опять упадешь? Ай-яй-яй. А где? А, вот здесь. Блин, я думал... Мой косяк, другие двери лез. Никого нет. А, много-много всякой гадости. Вот так вот. Так, ХП мы поднимем. Это без проблем. Да, и эта штука, она теперь везде. И куда ты делся?
Бегает, бегает. Он меня испугался, поэтому убежал, как бы. Все четко. Теперь найди ткани с образцами ДНК. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно их исследовал. Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. Ну, естественно. Ну, куда я денусь? Куда я денусь? Конечно, мне надо поторопиться. Главный инженер этого корабля и всеобщий любимчик и спаситель... Айзек Адмирал, это... Да, вот так его зовут. Ага, готов спасти это судно. Загруженная схема силовой блок. Плазменный резак. Силовой резак. Это, наверное, здесь, да? Силовой блок. А, не, что это? Ну да, 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 да. Для пистолета вообще. Кто тут шумит все время, я не понял, а? Ты где-то бег ходишь. Ну, здравствуй. Твое упрямство меня поражает. Держать за каждый вздох, ты ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. Но теперь он принадлежит детям. Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Послушай. Слышишь? Оно уже близко. Молись. Я атеист. Мне не надо молиться. Я вижу непонятную херовину, я ее убиваю. Но тебе повезло. Убить это не так просто. Убить это не так просто. Так. А, ну давай подеремся, да. Здесь надо будет подраться. Ага. Да. Ты же откуда такой красивый, я вот не понимаю. Вы, ребята, тоже знаете, не лучше. Вообще не лучше. Это мне надо. Это мы забираем. Ты откуда взялся? Да успокойся ты. Ага. Порегенься подольше, друг. А ты его Кент, что ли? Малы, я вас сюда не звал. Ага, ага. Ну, минус нога, давай. Кто посмел? А, нужны за эти. Кто-то все время блокирует двери. Я взломала защиту. Вперед! Вперед, давай, иди сюда. Иди сюда. А, убежал? Ну ты и убегай, страшно тебе. Все. Ты убежал уже, алло, дядя. Вот и уходи. Вот и уходи. Здесь таких не любят. Которые уходят, потом возвращаются. Вас никто не звал сюда. Фу. Так. У меня есть? Да, есть. Подожди.
есть у меня? Использую, да? Тут он хавает. Открыть. Комнаты, которые открываются силовыми узлами, очень крутые. Надеюсь, в них есть что-нибудь полезное. Да, это все. Я только что 10 тысяч никуда отдал. Ладно. Так, использовать. Использовать. Не боимся. Бояться нечего, мы справимся. Здорово. Вот, а вот это мы боимся. Это такая штука неприятная. Да ты... Успокойся. А, опа, увернулся. Вот так вот, хорошо. Справились. И чё? А вот что-то выпал. Здравствуйте. Билетик, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество. Вижу, оплачивали. Все, вопросов не имею. Тут есть еще живые. Кроме психопата, доктора, ученого. Ну, видимо, да. Ну, ладно. Вопросов не имею. Есть живые, это хорошо, наверное. Что забрал? Что-то забрал. Бабки, наверное. Так, я бы с труборезом бы еще побегал, знаете. Или сохраниться, конечно же. Сохраниться. Да. Да. Замечательно. Так, открываем дверь. Ничего не боюсь. Личный дневник, доктор Клаус Мерсер. Образец прекрасно реагирует на мои эксперименты. Прочность клеточной структуры, не говоря об эластичности, потрясает. Доктор Кейн вряд ли одобрит мои действия. Но я пока не собираюсь ему что-то говорить. Тем более он поглощен изучением обелиска. Как будто это имеет значение. Да к тому же я заметил у него те же признаки слабоумия, что и у колонистов. Вчера он заявил, что беседовал со своей женой. Хотя Эмилия Кейн умерла несколько лет назад. Рост клеток идет отлично. Терпение. Твой час скоро придет. Очень скоро. Ну это галлюцинация. Галлюцинация — это дело такое. Одна не выпал. Отлично, Айс. Давай, заканчивай. Это уже слишком. Прими свою роль в плане Господа. Смирись со своей смертью. Да я не могу. Отказ системы обеспечения. Кто побери это были сложные. Он разгерметизировал всю палубу и перехватил у меня управление компьютерной сетью. Весь воздух ушел в открытый космос. Ты можешь восстановить подачу воздуха с пульта поста охраны. Поспеши. Ой, бежит там что-то. Блин, мне туда. Ладно. Ребята, билетов нет, сваливаем. Быстро. Не-не-не, даже не подходите, не просите. Вот так вот. Вот так вот. Что, сейчас тут это дурачок будет, да? А, нет, тут дурачки поинтересней. Ну ладно. Хорошо, хорошо, это и правда выглядит интереснее. Минус один. Непонятно. Просто с первого дропа выпал. Вроде не шевелится. А, не-не-не, друг. С тобой мы уже разговаривали. Больше неохота. А куда бежать? А, понял. Ай-яй-яй, уйди, уйди, ты противный. Тупанул, собака. А сердце бьется.
Сердце бьется. У меня 40 секунд. Успеем. Малой, отстань. Мне дышать нечем. Сюда, сюда, вот сюда, по-моему. Да. Успели, четко. Задача выполнена. У тебя есть все, чтобы изготовить яд. Возвращайся в лабораторию. Что бы ни задумал, делай это скорее. Почти не могу дышать. Я теряю тебя, Хэммонд. Попробуй переключить. Черт, нет сигнала. Я просканирую все частоты и попробую определить его координаты. А ты пока смешай все компоненты. Да без проблем. Да я это сделаю. Пусть наш малыш выживет. Давайте мы продадим золотые. Скажите мне. О, золотые полупроводники. По 3000, да? Уверен. И можно купить еще один узел. Ну, знаете, чтобы был. Вдруг дверь какая-то будет. Чтобы ее открыть. А у меня, опа, и уже есть. А уже есть, а уже все, да. Вот, все. 13 тысяч ставим на непредвиденные расходы. А сохраниться? Да, я думаю, не надо сохраняться. Думаю, и так справимся. Думаю, справимся и так. Вот это темно тут, конечно. Страшно, страшно. Если мы знали, что такое... Собака. Чё пугаешь? Есть новая информация по атмосфере. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. Понимаю. Понимаю. Понимаю я, друзья. И мне нужно... Что? Что за звуки? Тут лазает. Всех найду. Нам сюда? Ну да. Ну да. А мы опять к этому ненормальному пришли. Обработка запроса. Ты чё? Пожалуйста, ждите. Только двинься. Только двинься, я тебе говорю. Да регенерация не поможет. Надеюсь, яд подействует. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. От Хэммонда пока никаких вестей, так что будь осторожен. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. А то, что на гидропонике какой-то левиафан находится. Я начинаю силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не стоит отвергать предложение разума Роя. Ты будешь свидетелем. Каким свидетелем? Каким свидетелем? Каким свидетелем? Меня на гидропонику отправляют, где какой-то левиафан. Вот это проблема, я считаю. Существо большое. Если больше, чем вот этого перчика, который еще и регенится. Но он искусственно создан. Я не думаю, что там будет прям что-то сверх, что не регенится. Так, это мы заберем. Блин, винтовка это она... Надо поменять на что-то хорошее. Может, на огнемет? Кто за то, чтобы я уже купил огнемет и не парился? Сохранится, конечно же. Конечно же, сохранится. Я за то, чтобы купить огнемет. Ну, наверное, я не знаю, насколько он хороший, если честно. Так, психопаты. Здорово. Мое дело должно быть продолжено. Я доктор Келус Мерсер. Стану проводником нашего рода на пути к спасению. Ага. Эти образцы вернутся со мной на землю, и я распространю их святое величие по всей планете. Оставлю вас своим созданием. Окунитесь в неизбежное. Я тебе оставлю себя своим созданием. Где он? Все, понимаю, друг, но... Можешь даже не пытаться. Оп, сюда ушли. Дверь закрывайся, закрывайся. А тут собака пробежала. А, да? Я не думал, что вы сюда пройдете.
Да ладно, через эту сейчас пройдет. Ты дурень. Нет. Где еще один? Твою мать! Давай, иди сюда. Иди сюда. Отдыхай. Иди сюда. И бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Цикл заморозки завершен. Вот так. Транспортируй пациента. Заморозили, а? Удачи. Так будет сказано. Будем надеяться, мы больше не увидим это. Я смогла взломать установленную Мерсером защиту. Рядом есть еще одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидропоники. Давай считать, что времени хватит. Все-таки на Левиафана меня как-то. Ну ладно. Что поделать, что поделать. Пойдем к Левиафану. А, это все, это уже конец главы получается. Ну, получается так. Задание выполнено. Глава 4. А, 5. Смертельное пристрастие. Успешно завершено. Так, сохранить. Да, конечно. Вот так сюда. Да. Успешно. Успешно пройдено. И в отсеке драпоники, где нас ждет Левиафан. Прекрасно. Опасные примеси называется глава. Ну, мы на этом остановимся, друзья. Если вам понравилось данное видео, вы сами знаете, что нужно делать. А с вами был Адмирал, и мы будем вместе погореть YouTube. Ну да, а во главе буду я, ну, как говорится, за штурвалом этого прекрасного корабля. Всем спасибо за просмотр, и увидимся в следующих видео. Пока-пока.